Всем привет! Сегодня мы снова с вами отправляемся в Бронкс. Это локация в режиме Tommy Play. Ссылка на режим, как всегда, в описании к видео. И сегодня мы будем зарабатывать эмоции. Целых две эмоции в виде брейкданса доступны. Итак, что нам надо сделать? Запомните вот этот вот большой крендель. Мы пойдем его собирать. Но сначала нам надо отправиться вот туда вот, чтобы начать этот квест. Я не знаю, почему я оказался здесь. Давайте я лучше вернусь, наверное, на респаун и оттуда вам покажу, как все это сделать. Итак, вот я на респауне. Вон там светится вот это задание квест. Надо отправиться туда. Подходим вот к этому танцору. Разговариваем с ним. Он нам дает задание. Надо получить большой крендель в самом конце железнодорожного пути. Итак, отправляемся вот в ту сторону, в конец железнодорожного пути. Так, вот здесь мы были в самом начале, вон там видно уже этот крендель, бежим к нему. Можно было, конечно, бежать по железнодорожным путям и проходить все вот эти паркуры, тут прыгать. Но можно просто вот здесь вот снизу к нему подбежать. Вот появилась буква Е. Где она здесь? Вот появилась буква Е. Нажимаем на нее. Все, задание выполнено. Теперь нам надо вернуться к этому танцору. Все, прибежали к танцору, разговариваем с ним еще раз. Так, первую награду мы получили. И теперь нам надо найти еще один большой крендель. Где-то уже в музее, где-то вон там наверху. Итак, как нам туда попасть? А попасть туда проще всего вот отсюда, с респауна. Вот этот музей. И сейчас мы отправляемся в ту сторону. Снова будем прыгать по облакам и добираться до него. Вот мы забежали в дверку, и вот этот большой крендель здесь находится. Мы его забрали и получили награду. Теперь давайте посмотрим в инвентаре, какая у нас появилась анимация. Вот эти две анимации появились новые. Я решил вам нагляднее показать, как выглядят эти эмоции. Вот первая. И вот вторая. В общем, вот такие клевые эмоции. Заходите, получайте. Ссылка на режим, как всегда, в описании к видео. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. Всем удачи, всем пока.